Всем привет от канала ИП. Под руку попались вот монеты в капсулах. Хотелось поделиться приятными впечатлениями. Обратите внимание на условия хранения, на монеты. Также вот попадаются современные монеты без сертификата, без коробочки. Но тем не менее, я думаю, актуальность их на лицо, даже в таком виде. Естественно, можно взять коробочку отдельно, взять сертификат. Но монета есть, в первую очередь, монета. То есть вот казахстанская монета в серебре. Но это отдельно. Также вот есть никелевые монеты в особом исполнении. Посмотрите, не часто именно в такой оформлении встретишь. Кронового диаметра монеты. В первой части ролика просто понаблюдаем за монетами, кто как хранит. Вот в капсулах некоторые вот такой. Вот смотрите, какое шикарное состояние монеты 2002 года. Во второй части, скажу сразу, будем снимать в другом. Раньше вот так хранились. Когда вот появились капсулы, вот здесь вот такие капсулы с такими прокладочками. Вот серия детский гороскоп Беларуси, шикарное исполнение. Это еще через капсулу. Чтобы получить полное эстетическое восприятие, естественно, лучше капсулу полой вскрыть. Допустим, вот под рукой сейчас, смотрите, вот в серебре, как шикарно смотрится Олимпиада 80 исполнение. Вот более современные. Это когда капсула не накрывает, конечно, вживую вообще эстетическое удовольствие получает человек. Украина. Разные виды спорта. Шикарно смотрится. Беларусь. Различные варианты. Молодцы. Дизайнеры. На любой вкус сейчас можно выбрать монеты, которые принесут вам положительные эмоции. Кто-то цветные предпочитает, кто-то наоборот не любит цветные монеты. Вот кубинские варианты. Это только небольшая часть. Тем очень много. Кому понравилось, ставим лайк, пишем рекомендации. Будем стараться разные темы освещать, чтобы в будущем планировали, что вам собирать. Иностранные монеты, СНГ, Украину, Казахстан или же вот так. Все подряд, что под руку. Разные темы и спорт. Сейчас разложим вот эту часть монеток. Ждем.